не создали вот таких телефонов. Вы даже ручки не создаете. Вы даже прокладки женские. Экс-советник генштаба Армении Владимир Погосян о России. Вы послушайте. Извините меня за выражение, не создаете. Вы ничего не создаете. У вас даже трусы итальянские или испанские или немецкие или французские. У вас даже трусов своих российских нету. И вы хотите, чтобы мы в этом отсталом пространстве, под называемым там БСНГ или ШМСНГ, не знаю, оставались в этом Евразии отсталом. Но если Киргизия, Казахстан, Таджикистан хотят оставаться рабами и быть технологически отсталыми сырьевыми странами, продавать пшеницу, нефть, газ, мы не хотим. Мы не хотим, мы и не будем. Мы будем за эту страну сражаться. Наша история показывает, что мы худшие времена проходили, это самое не худшее. Поэтому я хочу сказать, господин Лавров, когда вы нас за уши тянете остаться в отсталой технологической, в отсталом технологическом пространстве, мы не хотим. Вот когда вы хотя бы трусы свои начнете шить,